интересный и вкусный рецепт для любителей тыквы. Кроме курицы там сладкий перец, много сыра и соусов, зелень. Смотрите, как приготовить фаршированную тыкву спагетти курицей. Очень оригинально. Процесс приготовления очень простой. Достаточно иметь духовку и огнеупорную форму для запекания. Куриное филе в рецепте отварное, но это не столь важно. Можно купить копченое или гриль, тогда вы получите еще больше аромата. Итак, вперед! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте продукты, отварите куриное филе, разберите его на волокна, сыр натрите на крупной терке, приступим. Разрежьте тыкву на две равные половинки, удалите внутренности, ложкой поскребите, чтобы удалить волокнистый край, смажьте сердцевину и бока тыквы оливковым маслом, отправьте в духовку на 30-35 минут запекаться до готовности, температура 200 градусов. Тыква готова, дайте ей немного остыть. Возьмите вилочку и осторожно отделяйте волокна спагетти, как показано на фото, старайтесь не повредить кожуру. Вкуснее тем, кто подпишется. Для начинки соедините куриное филе, волокна, тыкву, сметану, соус, соль, перец черный молотый, перец сладкий, порезанный кубиками, 150 грамм сыра, зеленый лук, перемешайте. Наполните половинки тыквы начинкой. Сверху распределите оставшиеся 50 грамм сыра, отправьте тыкву в духовку на 20 минут, температура 200-220 градусов. Фаршированная тыква спагетти готова. Полейте сверху сметаной, посыпьте зеленью, подавайте горячей. Приятного! Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Тыква спагетти, 1 штука, небольшая. Куриное филе, 1 штука. Сыр твердый, 200 грамм. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Зеленый лук, 1 пучок. Томатный соус, 70 грамм. Сметана, 70 грамм. Сладкий перец, 0,5 штуки. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Количество порций, 5-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.